Приветствую вас, друзья! Меня зовут Кристиан Блэк, и сегодня мы продолжаем играть в Cuphead, хоть и жалею об этом. Чтобы вы понимали, я очень много сил и времени вкладываю в такие серии. Они выглядят милыми и довольно интересными, потому что я не повторяю одни и те же стадии из раза в раз, как это делают по полчаса многие люди. И это не называют еще монтажом. Я показываю вам полное прохождение. Ладно, друзья мои, приступим, хватит болтать. Полный дурдом. Ой, у нас же с дракона остались эти. Это что? Фонь-конь. Ладно, надо двигаться вперед. Нужна ли мне эта монетка? Вообще-то нужна. Привет. Тебе в глаз нужно бить. Окей, в рот прошли. Я понял. Интересная локация. Кстати, я забываю с паузы снять. Ну, такое бывает. Ах, ты ж собака. Здравствуйте. Не бвакай на меня. То есть тебя можно убить, да? Ну ладно. Ох. Бвакнул на меня в последний раз, и мне это не понравилось. Да. Вроде пока хорошо. Дальше я так еще не заходил. Оу. Что ж, это был легкий уровень, но я не скоро с ним справился. Попыток 15 было. С. Б минус. Ну, спасибо. И на этом спасибо, так сказать. Спасибо за бесполезный мост. Лавка. Чтобы выбрать, возьмем это. Good boy, motherfucker. Надо рассеиватель было покупать давным-давно. Ну кто его не взял? По-моему, у нас еще пещера осталась. Да. Нет. Окей. Тогда пошли к кубику. Я быстрее приседаю.
Видимо, не дотянился чашеголовый. Вы разобрались со всеми должниками основательно. Поехали на следующий остров, там вы разлететесь. Окей. Эти маленькие кружки хорошо справляются. А, кружки. Они надавали по шее всем должникам. Видишь, я так и знал, что в этих ребятах есть что-то особенное. Что ж, я пока не слишком уверен, босс. Думаю, что есть что-то подозрительное в этих двух. Не напрягайся, жребий. Если эти мальцы выкинут что-нибудь, я буду готов. Работа коллекторами, она такая. А, я могу дать тебе несколько советов, если вы хотите протащить под кельем этих паразитов. Начните чередовать свое оружие. Не думайте, что любое оружие поможет справиться с одним или тем же противником. Вот вам скажу, чередуйте и экспериментируйте, сухопутные крысы. О, спасибо. Куда бы я без вас. Пошли на корабль. Ясно. А, то есть некоторое время она меня игнорирует. Окей. Ой, я аж потерялся. Что-то слишком долго длится первая фаза. Да, надо будет сменить оружие. Мне просто интересно, нужно знать, что дальше. Окей. Опять? Что? Ну... Ну это потому, что я по нему не попадал, поэтому... Не-не-не-не-не-не. Возьмем вот это. И вот это. И поменяем их местами. Не, на второй, пожалуй, возьмем рассеиватель для осьминога. О, не говорите, что всю бочку будет улетать. Все улетает в бочку. Бочка, иди в жопу. Это что такое? Как можно настолько медленно скользить? Неважно. Я тут хер пойми, как он стадии меняет, поэтому... Наверное, эта серия не будет 10 минут, а 15. Да ёб твою! В жопу этого пирата, могу я сказать вам. У меня пока нет нужной атаки. Геральт Сутовидный на уле. Это что, что-то связанное с пчелами? Превосходно. Чё тебе надо?
Понимаете, я играю на клавиатуре, не с геймпадом, с клавиатурой. Да-да, до свидули. Это что, блядь, такое? Окей. Недолго я выдержу против нее. Надо менять атаку. О, ну вроде хорошо. Даже не две жизни потеряла, а всего одну. Да. Мне бесит этот звук. Так даже лучше. А-а-а. Прекращай, пожалуйста. Ахахаха. Спасибо за платформы, которых нет. Доминировать и бомбардировать — такой мой пчелиный девиз. Видимо, я почти дошел до последней фазы. На ней встретимся. По-моему, что-то новое. А, нет. Пожалуйста, хватит. Я ненавижу эту стадию. И этот звук. У меня хорошее чувство. Ты скажешь, что сейчас треугольник не начнет спавнить. Окей, этот пережили. Вот как эту хуйню пережить? Неужели? Нет? А, ты даже не начала бомбардировать, или что ты там? Буду ждать новой стадии. Наконец-то что-то новое. А откуда это я об этом должен был знать? Хер его знает, но... Есть у меня одна идея насчет этого. Сейчас хорошее чувство. Ну нет! Должна была сферы кастовать. А не этих ебучих пчел. Спасибо. 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 У меня было 3 хп. Да все этим ебучим режимом, который совершенно не обязателен. Блять. Просто как повезет. Ему невозможно даджить. Я был готов к этому. Что это, блядь, такое? Как это работает? Как это работает? Она полностью тебе, блядь, олиги... Понимаете, это зависит чисто от удачи, потому что эти платформы могут резко кончиться на одной стороне, когда тебе нужно вплотную ее бить. Либо вылезает вот эта хуйня на цепи, она
пускает патроны, которые никак, блядь, не зададжишь. Я заебался, это уже раз 50-й, наверное. Игра легкая, но... Когда это зависит от скилла. Сейчас от скилла нихуя не зависит. Этот звук, блядь. Сука. Потом... Ой-ой-ой. И так раз 50, блядь. Пиздец. Как у меня бомбит. Хуй знает, когда он установится свою личинку, блядь, отложить. Вот, блядь, сейчас нужны были платформы на левой стороне. Где они были? А, где они были, а, блядь? Вот, вылезает эта хуйня. Как ты ее зададжишь? Как ты ее зададжишь? Меня бомбит, да? А, не понимаешь, как можно злиться на игру? А я прыгаю на пару платформ выше, где я даже не вижу, где я нахожусь. Ребят, не вижу, где я нахожусь. Геймдизайн, блядь. Что зависит от меня? Вот хуй знает, что зависит от меня. Все зависит от твоего скилла, можете сказать вы. Что ж, вы правы? Да, вы абсолютно правы. Он должен умереть. Да. А еще сфера нас спавнит точно на тебя. Вот. О чем я... Я сейчас посередине, то я, да, я умер. А вот раз и платформы закончились там, где мне нужно. А сейчас что меня ударило? Правильно. Не надо. Просто умри. Где? Хрен его знает. Ну и самое приятное, это то, что между платформами есть достаточная дистанция, чтобы ёбнуться между ними, если ты соскользнешь. Точно в мед. Все сделано для того, чтобы как можно дольше это проходить. Когда он остановится? А хрен знает. Он остановится прямо передо мной, на что и рассчитывал. Я даже зададжил от такого безобразия. Вот что это было? Что, не нравится, когда я повторяю одни и те же фазы? А это дело уже на протяжении часа. Она меня кусочком задела. Медоносная сплетница. Игры должны приносить удовольствие. Я начал эту серию в 6:40. Сейчас 8 часов ровно. Уберем 20 минут того уровня и получаем целый час ебли. С этой пчелой. Около 60 раз я услышал это ха-ха и ой-ой-ой. Откровенно отвратительный дизайн этого уровня просто ввел меня в апатию. Стоит ли
игра для того, чтобы проходить ее дальше, я не знаю. Я сделаю огромный перерыв. Вы его не заметите, потому что я мешаю еще с Evil Within и Ведьмаком. Поэтому я могу не играть в нее месяц, как не играл месяц до этого. И вы ничего не заметите. В общем, забейте, ребят. Давайте, попрощаемся. Спасибо за внимание. Всем пока.